Мы на месте. Мы приветствуем Ивия. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Ивия, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Ивия находит все. Арахноид. Рептилоид. Репт. Сколько греев? 2. Дальше. Нет, джин. Джин. Хорошо. Какой джин? Джин синий. Бес. Бес. Мимикрирует? Путает он есть. Нет, не мимикрирует. Выше. Хорошо. Показывает. Все. Еще? Все, да? Итак, у нас арахноид, рептилоид, два крея, синий джин и бес. Какая герцовка у беса? 8. Считай цифры у синего джина над головой. 24-38. Хорошо. У рептилоида считай цифры над головой. 82. Ты лаборант или военный? Лаборант. Лаборант, хорошо. И арахноид. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии ВИЭС проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную и негативную патогенную низковибрационную энергию в биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ивия. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, Бес, сколько ты находился в этом биополе? 4 месяца. 4 месяца. Хорошо. Синий джин, сколько ты находился в биополе? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Рептилоид с греями. Сколько вы находились в биополе? 3 года. Какая цель вашей подключки? Это эксперимент или откачка энергии? Что это? Откачка энергии. Сколько процентов энергии забирали? 30-70%. Аж до 70. Ночью, он... когда спала, просыпалась разбитая. Понятно. У вас стоят конструкции в квартире? Стоят. Дело в том, что я сегодня не чищу эту квартиру, но это может измениться в любую минуту. И если я через 10 минут, после того, как получу от нее разрешение чистить квартиру, найду вас в ней или ваши подключки, я сожгу все. Грей меня знает, я не шучу. Поэтому я вам рекомендую, после этой чистки я вас отпущу первый раз. Вы соберете все, что, добровольно, все, что осталось в этой квартире. Все ваши подключки, все ваши трубы, платы, все, что там установлено. И тихонечко уйдете в порталы, которые пока открыты. Если вы этого не сделаете, я вас предупредил. Вы уйдете в галактическое ядро вместе с подключками. Все понятно? Они смогут это сделать, если ты их рассинхронизируешь с ней. Конечно, рассинхронизирую сегодня. Хорошо. И арахноид последний. Сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 7 месяцев. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ивия забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Ивия себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Бес, на какую ситуацию ты зашел 4 месяца назад? Как это было? Покажи. Он показывает воронку. Воронку подхватила, да? Вступила? Да. Понятно. И так занесла к себе. Но у тебя 8 Гц. Мне интересно, как же ты там выдерживал ее энергию? Они намного... Упал ей ноги. А, и тем самым понижал последние 4 месяца, да? Ноги для чего ты... Понижал. Понятно. Ноги ты перепутал для чего? Чтобы она топталась, чтобы спотыкалась или чтобы тяжело было? Спотыкалась. Угу, понятно. Хорошо. Синий джин. Сколько ты находился в этом? Ты сказал 1 и 2 года. С какой вещью ты попал к ней? 1 год и 2 месяца. Да, с какой вещью ты попал к ней 1 год и 2 месяца назад? С бумагой.
книга, газета что-то показывает. Понятно. Хорошо, какие энергии ты забирал у нее? Разные. Разные. Грех закончился. Джин, у тебя есть 3 попытки всегда ответить. 3. Одну ты уже использовал. У тебя осталось 2 еще попытки. Если ты еще раз посмеешь мне так ответить, открывается портал перед клеткой Джина синего 1, 2, 3 в галактическое ядро. Вот что тебя ожидает. Тебе это понятно сейчас? Да, им понятно. Закрывая портал в галактическое ядро. Готов. Хорошо. Ревер закончился, да, Вера? Да. Отлично. Тогда начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, все иголки, вытаскивай все, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то оставит что-то или забудет, он сгорит. Джин показывает, теперь он забирал у нее энергии радости и доводил их до энергии злости, делая, чтобы у нее что-то не получалось, и она злилась. Правильный ответ. Эвия, вы это слышите все? Она говорит, что я чувствовала. Хорошо. Вот сейчас, во всяком случае, вы видите того, кто за этим всем стоял. Поэтому мы их и расспрашиваем. Ждем арахноида. Голова, волосы, шея сзади, звонки. Хорошо. Собрал паутину. Грей, выходите, собирайте все, что вы оставили, все вытаскивайте, ничего не забывайте, возвращайтесь назад. Что они вытаскивают, посмотри. Они конструкцию вытаскивают, которая передавала энергии на платы в квартире. Понял. Готово. Отлично, выстраивай канал от ИВИ к этой конструкции 1, 2, 3 и реверсом отдаю в эту конструкцию все негативные патогенные энергии, которые она получила от этой конструкции. 1, 2, 3, пошел мощный поток. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал и реверсом забирая из конструкции ИВИ и возвращается назад по праву. Пошел мощный поток. Но свет идет, энергия ее возвращается. Готово. Хорошо, под конструкцией открывается портал в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Здесь разговор короткий. Синему джину выходить не надо. Синий джин, собирай из клетки все, что я оставил, всю свою пыль, ничего не забывай. Кто еще находится в квартире из присутствующих? Кто? Хорошо. Значит, мы тогда только с рептилоидами и греями будем разговаривать. Джин забрал. Хорошо, бес, выходи, собирай все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай. Лярва есть в биополе, бес? Вокруг шеи он показывает. Хорошо, сначала сними все, что ты оставил, потом я дам тебе отдельную команду, можешь забрать ее. Он снял веревки, развязался с ног. Хорошо, разрешаю тебе забрать эту лярву, приступай. Где она была? На шее, ты говоришь, да? Угу. Готов. Идем дальше. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию ИВИ. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Идем дальше. Включаем внутренний белый свет ИВИ. И этим светом она выдалит из себя все негативные остаточные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются перед ней в шар. Есть шар. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Ивии и моей энергии. Помогая ей отстегнуть каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Открывается портал в галактическое ядро. И каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, бес. Перед тем, как я тебя отпущу. Тебя интересует эмоциональный фантом? А как же? Хорошо, выходит эмоциональный фантом Ивия и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злость генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Ивия, эти энергии вы сами сгенерировали негативные, вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачивай эти энергии в шар,
Большой шар? Большой. Хорошо. Бес забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Готов. Хорошо. Готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. С того гнуя пентаграмма. Готово. Хорошо, синий джин. Первый раз я отпускаю. Второй раз у нас будет, не будет уже такого милого разговора, если я тебя встречу. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Если ты что-то еще оставил в квартире и не сказал об этом, я тебе очень рекомендую забрать и уйти, потому что если я тебя обнаружу, это будет просто что-то. Понимаешь? Да, кивает он. Хорошо, все. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Арахноид, готов уходить? Да. Хорошо. Если у тебя осталось потомство, предупреди в этой квартире, чтобы оно туда, оттуда ушло, пока я туда не пришел. Или у тебя что-то, паутина или так далее. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. И арахноид забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо, рептилоид с Греями. Первый раз я отпускаю. Второй раз я вам уже сказал. Все понятно? Да. Заберите все над кроватью и тихонечко уйдите. Иначе будет то, что я с этой конструкцией сегодня сделал. Готовы уходить? Готов. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. Грей уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готов. Посмотрю, у нас клетка пустая? Пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим на частоту неупокоенной бесплотной души. Есть вот это. Хорошо. Неупокоенная душа идет в клетку. Женщина. Приветствуем неупокоенную душу. Представься, как тебе обращаться. Как тебя зовут? Марта. Магда. Не пойму. Магда или Марта? Марта. Марта. Хорошо, Марта. Ты пришла специально сюда для того, чтобы мы открыли тебе портал? Накивает. Хорошо. Объясни, когда ты закончила свое земное воплощение? 9 лет назад. А почему не ушла сразу? Жить хотела, любила жизнь. Смеялась. А сколько сколько тебе лет было, когда ты ушла? 46. Болезнь была или несчастный случай? Грузовик сбил. О, кошмар. И ты не поняла, что случилось сначала, да? Или ты поняла, что случилось? Она была в больнице после этого. Там умерла. Она в больнице умерла. Понятно. Хорошо, Марта. Не смею тебя больше задерживать. Ты пришла для того, чтобы я тебе открыл портал. Ты знала, что мы открываем порталы? Она знала. Она показывает больницу. Она ходила по больнице. Потом подходила ко всем. Кто-то умирал, уходил. Да. Кто-то болел, просто жил. Кто-то ее видел, кто-то нет. Ей было это интересно. Она продолжала жить в таком образе. И потом что она поняла? Что пора идти дальше? Да, поняла, что она между мирами. Хорошо, Марта. Не смей тебя больше задерживать. Ты готова уходить в светлый портал? Да. И я даю команду, открывается. Светлый портал, чистилище. 1, 2, 3. И Марта идет в этот портал. Ее встречает куратор. Всех, кого знал, и кто ее знает, кто ее любил, ее встречают. Мы желаем ей всего наилучшего. Встречает ее? Встречает. Она благодарит нас. Во благо. Всего наилучшего в новой жизни. Она говорит, что она бесценный опыт между мирами получила. Хорошо. Видя переходы многих. Согласен. Это действительно бесценный опыт. Готов. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Идем дальше. Переходим на чистоту. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ивия. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете?
Волшебно чувствую наполнение внутри меня энергиями великолепно. Замечательно. У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Эвии. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Эвии. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Я приветствую всех в этой комнате. Обращайтесь ко мне, Арун. Арун. Приветствуем вас, уважаемый Арун. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Вия. Мы сегодня проводили ее чистку, и она еще 10 вопросов написала, которые она хотела задать бы своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Арун, ответить на эти вопросы? Я благодарен вам за эту встречу. Во благо. И с удовольствием отвечу на интересующиеся вопросы. Рад, что Ивия согласилась познакомиться со мной. И мы рады, что вы достучались до нее, уважаемый Арун. И встретиться на вашей территории. Замечательно. Я надеюсь, вам здесь приятна наша энергия, где вы находитесь. Нам приятно. Мало того, я могу сказать, что другие кураторы рассказали мне, и я подталкивал Ивию в эту прекрасную комнату диагностиками с волшебными и чистыми энергиями Арго. Замечательно. Я благодарю вас за эти теплые слова. Тогда мы начинаем с вашего разрешения. Первый вопрос. Откуда моя душа? Созвездие Лира. Мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Ты лирианка, так же, как и я. Идем дальше? Идем дальше. Каков уровень моего высшего я? Уровень 11. Третий вопрос. Какие уроки я осваиваю на Земле? Уроки разные, но главное – это эмоции и их контроль. Вы закончили? Или хотели добавить что-то? Я ответил на поставленный вопрос. Да. Благодарю вас за этот ответ. Идем дальше. Четвертый вопрос. Каковы мои основные, самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют мою энергию? Взрыв эмоций. Как я уже сказал в предыдущем твоем вопросе, что уроки разные, но проходят они все через эмоциональный контент, который очень важен для тебя. Контроль и холодный ум – это то, что ты должна научиться соблюдать в разных ситуациях, случаях и реагировать спокойно и продуманно, анализируя и ища выход. У тебя это прекрасно получается. Благодарю вас, уважаемый Арун. Позволите продолжать дальше? Позволю. Пятый вопрос. Каковы мои душевные таланты, которыми я сейчас не пользуюсь? У тебя много талантов, и открывать ты их должна сама, пробуя менять реакцию и выходить из комфорта, реагируя по-другому и ища другие пути. Тогда твои таланты активизируются, и тебе самой будет приятно найти их. Благодарю вас. Вы закончили? Или хотели? Благодарю вас. Шестой вопрос. Я чувствую эмоции, эмоциональное состояние и страх людей. Как я могу это регулировать? О, это я объяснил выше. Холодный ум, анализ и защита. Твои вибрации соединяются с вибрациями страха других. Тебе это совершенно не нужно. Страх людей и их эмоциональное состояние вызвано их реакциями и подселенцами внутри этих людей. Ты же должна научиться выставлять защиту и защищать свои энергии. На данный момент
Меркаба, универсальная защита выставлена. Мы передадим ей обязательно после сеанса технику выставления Меркабы. Также мы объяснили о необходимости выдавливания негативных энергий, эмоций и вибраций каждый вечер перед сном и заправкой энергиями и вибрациями для того, чтобы нормально функционировать в течение рабочего дня. Безусловно, свои родные энергии нужно защищать. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Я чувствую, что у меня есть целительные способности. Какие у меня целительные способности и как я могу ими пользоваться? Целительные способности – это еще раз разум и спокойствие внутри тебя. Если ты будешь в спокойствии, ты можешь чувствовать свои энергии в созвездии Лира. Они как жидкий алмаз внутри тебя. Могут становиться тверже, как камень, а могут растекаться густыми энергиями внутри твоего тела, включая руки. Твое спокойствие выходит в виде эмоций и вибраций, плюс энергии в твоих руках могут приводить человека в адекватное, спокойное состояние, если ты научишься руководить своими энергиями. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Здесь нет вопросов. Можем продолжать? Можем продолжать. Следующий вопрос. Восьмой. Каковы мои кармические задачи в отношении моей семьи, дети и муж? Я лишь могу ответить на этот вопрос, сказать, что все друг другу учителя и все друг другу ученики. И именно поэтому я сказал выше, что попробую поменять реакцию и свое поведение на определенные ситуации, которые происходят часто. Я имею в виду одни и те же ситуации. Ты даешь одну и ту же реакцию, не понимая, что ситуация повторяется для того, чтобы ты нашла новое решение. Замечательный ответ. Уважаемый Арун, очень интересно. Это проблема у многих людей на Земле. Я благодарю вас. Можем продолжать? Можем продолжать. Девятый вопрос. Очень интересный вопрос. Почему я регулярно вижу цифры, такие как 11-11, 12-12, 21-21, 16-16, 22-22? Уже несколько месяцев это происходит, и кто через эти цифры со мной говорит и что хочет сказать? Таким образом, мы связываемся с вами, показывая, что вы на правильном пути, постоянно напоминая о том, что нужно развиваться и не останавливаться, дергая вас, привлекая внимание. Как видишь, я добился своего результата. С чем мы вас и поздравляем, уважаемый куратор Арун. Благодарю вас. Очень интересный вопрос. Можем продолжать дальше? Можем продолжать дальше. Благодарю вас. Последний, десятый вопрос. Что еще важного я должна сказать, что я не подумала спросить? Я буду очень признательна за последнюю рекомендацию. Ты забыла спросить, как выглядит твоя энергия и как можно управлять ей и связываться со мной. Давайте, наверное, ответим на этот вопрос, который вы предложили. Скорее всего, так и есть. Я не предлагал, я ответил на вопрос. А вы можете ответить на него сразу? Задайте правильный вопрос. Хорошо, я вам задаю правильный вопрос. Моему куратору, как я могу с ним связаться? Очень легко можешь связаться со мной. Как выглядят твои энергии, я уже описал выше. Представляй их, визуализируй. Мое имя ты знаешь. Мои энергии выглядят так же, поэтому мы находимся на одной частоте. С тем лишь условиями, что твои вибрации понижаются и повышаются. Мои же находятся в умеренной частоте, не прыгая вверх-вниз, разделяя лишь несколько герц. Когда ты будешь в состоянии повышенных вибраций, только тогда ты сможешь связаться со мной. Понижение вибрации не приведет тебя на правильную волну. Я имею в виду, когда ты переживаешь
ты блокируешь свои потоки энергии, и связь не может. Связь, я имею в виду волны и частоты, они не доходят на меня, так как мои вибрации выше. Если же ты в спокойном уме и ровном состоянии, позвав меня и задав четкий вопрос, тебе придет четкий ответ или знаки, подтверждающие это. Тогда мы будем в одном потоке. Только вопросы нужно задавать короткие. Тогда будет короткий ответ. Короткий и четкий. И первый ответ, который услышит Эвия, это будет ответ от куратора. Его тоже нельзя анализировать. Анализировать можно все, но ответ ты услышишь. Уважаемый Арун, мы закончили. Все 10 вопросов вы ответили. Информация более чем ценная. Я уверен, это сделает большую помощь, окажет большую помощь в развитии Эвии. Ее стержень сейчас, я вижу, ее родные энергии тоже активированы, у нее все работает. Или вы хотели дополнительно еще активировать ее стержень, или все у нее уже? Я уже говорила, ее стержень как алмаз, и это видно, и она это чувствует. Тогда остался последний этап в нашей комнате диагностики. Это добрая традиция, которая уже знается звезде Лира. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Аруна, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту прекрасную встречу и просто на добрые воспоминания. Я с благодарностью принимаю этот подарок от вас. Я лишь хочу добавить, не считайте меня безэмоциональным. И я лишь оставляю свои вибрации на определенной частоте. Мне приходится сталкиваться с разными цивилизациями и душами, находящимися в разных измерениях. И всплески эмоций здесь совершенно не нужны. Благодарю вас еще раз за эту прекрасную, великолепную встречу. Благодарю я вас от нашего общего имени, от вашей подопечной, от Веры и меня. Передавайте, пожалуйста, обязательно от нас привет созвездию Лира. Мы будем рады всем, до кого достучатся кураторы. Будем рады им открыть дверь в новую жизнь, в которую они дальше пойдут уже сами. Да будет так. А так и есть. Мы не прощаемся, уважаемый Арун. Мы всегда говорим до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Эвия, мы закончили встречу с вашим куратором. Он ответил на ваши вопросы. Вы довольны? Это великолепная встреча. Согласен. Я под впечатлением. Так и есть. Действительно, куратор ответил на все вопросы, и это очень радостно. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Вия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.